Ход проведения ветеринарных мероприятий в Туркестанской области и актуальные вопросы в отрасли были подробно обсуждены на еженедельном заседании аппарата Акима области. Управление ветеринарии было создано в декабре прошлого года. Аким области Дархан Сатыбалды раскритиковал работы в этой сфере. Он также отметил, что ветеринария нуждается в доработке. Руководитель управления Гани Курманбай, озвучивший накопленные в области ветеринарии вопросы, предложил включить их в бюджетную программу на ближайшие годы. В области 186 ветеринарных постов, некоторые из которых требуют обеспечения необходимым оборудованием. В ходе дезинфекционных работ в весенний период в регионе было обеззаражено около 6 миллионов голов скота и 50 тысяч квадратных метров стойбищ и прилегающих к ним территории. Для профилактики энзоотических заболеваний задействовано 17 единиц спецавтотранспорта, 372 ранцевых распылителей, 17 мотопомп и более 1500 сотрудников. Специалисты обеспечены защитной одеждой. В два этапа планируется опрыскивание около 4 миллионов голов скота и обеззаражение около 100 тысяч квадратных метров стойбищ и прилегающей территории. Был проведен анализ ветеринарных мероприятий по итогам прошлого года. В 2022 году в регионе было зарегистрировано 1035 тысяч голов крупного рогатого скота и 4530 тысяч голов мелкого рогатого скота. Произведено 247 тысяч тонн мяса и 767 тысяч тонн молока. В области зарегистрировано 16 различных видов особо опасных заболеваний, общих для животных и человека. Для профилактики этих заболеваний необходимо обеспечить эпизоотическую стабильность со своевременными ветеринарными мерами, диагностическими исследованиями и вакцинацией. Ветеринария должна быть выведена на качественно новый уровень. Кому нужен сухой доклад? Недостаточно проводить разъяснительные работы. Когда-то ветеринария была очень важным сектором. Нынешняя ситуация не выдерживает никакой критики. У нас много наблюдателей, но результата нет. В прошлом году некоторые жители нашей области обратились с просьбой о создании нового управления. После рассмотрения этих запросов оно было создано. Работа должна быть усилена. Надо привести все в одну систему. Учитывайте опыт соседних государств. Зарубежный опыт. В ходе анализа был выявлен ряд недостатков по ветеринарным мерам, имеются проблемы в вакцинации. На заседании было отмечено, что выявленные недостатки были вызваны некорректным введением специалистами некоторых баз данных и устареванием содержащейся в них информации, а также неправильным и несвоевременным выполнением возложенных функций. Рушан Жиренбаева, Асылбек Мансурхан, новости.